Сегодня православные верующие празднуют День Святой Параскевы Пятницы, покровительницы брака, домашнего хозяйства, купечества и торговли. Особое отношение к святой в нашем городе связано с тем, что в ее честь была построена первая церковь в Кунгуре. С тех пор святую начали воспринимать как небесную покровительницу нашего города. Во всех храмах сегодня прошла праздничная литургия, а в центре досуга Нагорной семиклассники поближе познакомились с жизнью и подвигами святой на интеллектуальной игре. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Святой Великомученицы Параскевы Пятницы, Небесной Покровительницы города Кунгур. Наша с вами задача также этот город сохранить и для будущих поколений со своими традициями и со своим лицом. Для этого мы сегодня с вами собрались все здесь. Также школьники продемонстрировали свои знания в истории купечества Кунгура. По итогам игры определились фавориты встречи, ими стали ученики 21-й школы.